Тук-тук-тук. Меня слышно? Я играю в Майнкрафт каждый день. Я играю в Майнкрафт. Я играю в Майнкрафт каждый день. Майнкрафт моя любимая игра. Я играю в Майнкрафт. Хватит! Майнкрафт хороший, да, хороший Майнкрафт. Майнкрафт плохой. Хватит мне ваших хороших Майнкрафтов, хороших выживаний, сериалов, обзоров, прохождений, ПВП, строительства. Только плохой Майнкрафт. В парочку из них мы уже с вами, кстати, поиграли. Хорошие были Майнкрафты, в смысле плохие. Мне нападает зомби! Стоп, что, у меня есть пистолет? А, у меня нет пистолета. Ахалай, махалай, щербекладский бублигум! Не, ну слушайте, это даже, я бы сказал... Хороший Майнкрафт, а нам такое не подходит. Вот это я понимаю. Хороший, в смысле, плохой Майнкрафт. А не то, что ваши вот эти вот до этого были. Вот это я понимаю. Графон, говнище. Оптимизация, дерьмо. Звуков вообще нету. Вот какой Майнкрафт мы заслужили. Вопрос у меня только в том, что в этом дебильном Майнкрафте делать. Ага, первый уровень. Вот это вот я, как я понимаю, да? Ну вы понимаете, да, что до этого было сюсю. Мусю, что нам нужно сделать? Нам нужно что-то скрафтить. А зачем мне что-то крафтить? Я могу просто так вот перепрыгнуть. Подойди к дереву, нажми пробел, чтоб... Чего? А, мне нужно срубить дерево, я понял. Так, подходим к дереву и рубим. Нифига, дерево на какашку похоже. А почему из 4 дерева крафтится 4 доски? Это как-то так не должно работать. А, я понял, мы должны поставить лестницу, чтобы залезть вон туда вот. Я понял, Стив, я понял. Так, мы размещаем лестницу и поднимаемся наверх. У нас с вами зелье прыгучести, как я понимаю. А, вот это я прыгучий. Все, теперь я смогу допрыгнуть до этого портала. Джетпак? Второй уровень. Быстрое течение. Мне больше нравится то, что в этом плохом Майнкрафте даже было лень делать фон. И они просто взяли картинку из Майнкрафта. Не, все нормально, это же плохой Майнкрафт. Ладно, давайте возьмем... О, нифига себе, я взял кирку, вы посмотрите. И что мы этой киркой должны будем сделать? Мы должны будем добыть алмазы? А, нам нужно киркой сломать землю, я понял. Так, нифига себе, вот это мы ее ломаем. Чисто закрасили каким-то черным цветом, сломали. Ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Все, вылетаем. Капец, какой-то эпик начинается. Я собираю опыт, вот это я понимаю. Господи, какие страшные происходят на экране. Вы посмотрите, у нас тут зомби такой графонистый. Панда заболела и только что харкнула в этого зомби соплей. Нам нужно срочно вылечить панду. А как это сделать, я не понял. Ой. А, у нас меч наверху есть. Все, я все понял. Сейчас мы подождем, пока зомби уйдет. Опачки. Я сейчас сделаю какую-то мега соплю, как я понимаю. А, нет, да посмотрите, эта панда до сих пор продолжает харкать соплями. Спасибо, спасибо. Мы крафтим слизневый блок. И что теперь? Я должен, типа, подпрыгнуть как-то очень высоко или что? Ядрить, я прыгаю! Джетпак! Собираем эти уровни, господи! А, все, джетпак сломали. О, боже мой. Нифига, как это? Ага, я такая, я иду туда-сюда, я маю, ага, ага. Ты поставь мне лайк прямо сейчас. У нас будет... Будет расколбас. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. А что нам сделать-то нужно? Ага, смотрите, какая-то клетка. Ага, все закрыто. Все, я... Смотри, тут поршень есть какой-то. Что за хрень? Что с этим уровнем не так? А, все, я понял. Мы прыгаем до меча, берем меч. Теперь мы мечом пошли зарубим эту лошадь, да? А, нам нужно на нее заехать. Все, все понятно. Мы убиваем корову, берем с нее кожу, убираем вторую, убиваем вторую корову. Вы тоже видите, ноги зомби висят сверху вон там. Убиваем еще одну корову. Как я понимаю, эта игра пытается мне сказать, что седло крафтится из 4 кожи. Ну конечно, как кто мог подумать. Сейчас мы оседлаем эту хардбасную лошадь и на ней поедем, встанем на поршень. Нифига себе, я на лошади еду. Вот это я понимаю, вот это я понимаю уровень. Так, хорошо, теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем, встаем вот сюда. Лошадка у нас держит нам дверь, а мы заходим. Это что за камушки валяются? Такого в Майнкрафте нету. И почему на фоне летает эндердракон? Мне кажется, как-то не особо подходит к этому уровню. Ну да ладно. Не, ну тут мы уже знаем. Мы тут крафтим из дерева. О, смотрите, какое-то другое дерево. Из него что-то... Что я скрафтил вообще? Походу, эту палку нам нужно...
ставить в жопу зомби. Понятно. А, я лифт, это лифт. Я лифт включил, чего? Берем кирку, добываем порох, добываем этот песочек. Главное сейчас только не свалиться. Ёпперсоте, оно сейчас взорвется. Вот это взрыв, вот это я понимаю. Эффекты из Голливуда, походу, подъехали. Так, нам падает опыт, нам нужно его забрать. Этот весь опыт мой, замечательно. Я прошел этот уровень. Смотрите, то с 15 тысяч очков, наверное, это круто. Написано самое высокое количество очков, 45 тысяч. Не, ну слушайте, тут, походу, нужно звать... Вы знаете, Дрим был моим учеником, так что я справлюсь с этим спидраном. Быстро идем, добываем дерево, мы добываем дерево, забираемся наверх, давай, 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 быстрее, быстрее, господи, что это нужно делать? Нужно делать лестницу, все, залезаем по лестнице, собираем наши зелья, делаем зелье прыгучести, все, прыжок, прыжок, прыжок веры. Забегаем в портал, залетаем на джекпаке, собираем, 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 все, собираем, обязательно, обязательно, все орбы, да что ж такое, мы немножко упали в лаву, но не важно. Мы сломали джетпак, все проесрали, все просрали, все очки улетели в лаву, пошла в жопу эта игра. Я тут только что заметил, что мы с вами играли в игру, которая называется Minecraft Platformer 2. А если Minecraft Platformer 2, то значит есть где-то и Platformer 1. И я его нашел, теперь мы с вами играем за какую-то кулебяку, которая перепрыгивает через лаву. Вот это я понимаю. Это лучший Minecraft, это самый плохой Minecraft, который я когда-либо видел. Да я не могу пройти эту игру, серьезно? Давай. Аккуратненько, мы аккуратненько прыгаем сюда, теперь прыгаем сюда, теперь прыгаем сюда, теперь прыгаем сюда. Это паркур, это новое движение. Я прошел первый уровень. Я пройду тебя, гадость ты такая. Ты меня не победишь. Я такие в Майнкрафте карты проходил. Я там такое делал, что вот такая вот фигня вообще просто даже рядом не стояла. Да что? А что он не прыгал? Ну давай же, ну пожалуйста, ну. Придумают же своих дебильных игр, а мне потом сидеть и мучиться с этими дебильнейшими играми. Да это просто трындец. Кто делал эту игру? Да покажите мне этого человека. Я ему засуну эту розовую кулебяку в нос, прокручу, вытащу через глаз, а потом засуну в жопу. Фух, я прошел этот уровень. Странно, это еще до сих пор не все. Да пошел ты нахрен, игра. Фига себе, в этой игре даже есть звуки. Ага, это типа я? А можно играть, пожалуйста? Ага. Классная игра, кстати. Не, ну вот это я понимаю Майнкрафт. Вот это самый настоящий плохой Майнкрафт, который я когда-либо видел. Нифига себе, даже вода есть. Это прям 2D Майнкрафт. Только почему-то, когда я хожу назад, я прям хожу назад. А-а-а, вот как оно все делается. Вот это я понимаю. Слушайте, мне нравится эта игра. Вот в такую игру я бы реально поиграл. Знаете, ребята, что я вам хочу сказать? Играйте в хороший Майнкрафт. Не, ну правда, играйте в хороший Майнкрафт, а я поиграю в плохой. А вы посмотрите и будете ставить мне лайки. Согласны? Я думаю, что хорошее предложение. Так что ставьте лайки, чтобы я поиграл в еще какой-нибудь плохой Майнкрафт. Подписывайтесь на канал и тыкайте на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Я куда-то залез в какую-то черную хрень и ничего не вижу. Пока.